Машинка, иди сюда домой. Машинка, почему ты гуляешь на улице без родителей? Нужно соблюдать правила и оставаться дома. Ой, Андрюша, извини, я не знала, что нельзя выходить на улицу общаться с другими машинками. Теперь я буду знать. Ну-ка, пошли быстро мыть руки. Хорошо, пошли. После улицы надо мыть два раза руки. Смотри, сколько микробов бетономешалка. Смотри, как я буду это делать. Моем руки. Намыливаем. И вот так вот делаем. Ребята, а вы тоже моете руки? Между пальчиков надо помыть руки. И кстати, у тебя сколько много микробов на колесах. И обязательно надо промыть лицо, а то на вас люди чихали. Хорошо, Андрюша. Так, ладно. Надо помыть руки антисептиком. Теперь все хорошо. Машинка, не кушай! Сначала нужно помыть фрукты, и потом их кушать. Oh, yeah! Теперь можно кушать! Ребята, чтобы не заболеть, нужно соблюдать правила. Одевайте маску и избегайте освещенных мест. Если вы стоите в очереди или идете по своим делам, держите дистанцию 1,5–2 метра. Ребята, если вы принесли фрукты свои из магазина, их надо как следует промыть, и упаковку тоже. Если пришли вы с улицы, надо помыть руки 2 раза с мылом, и надо прополоскать горло и нос. Ребята, а лучше останемся дома, чтобы не заболеть. И играйте со своими игрушками. И смотрите мои веселые видео Андрей Кисплей. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Пока-пока.